Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 21 год, у меня странное отношение к интиму. Я его не хочу и не считаю его необходимостью. Ну, наверное, необходимостью все-таки, да? Ну, по поводу того, что вы не считаете его необходимостью, действительно, может быть. У всех разные потребности в этом, вот. Я никогда не считал это проблемой, наоборот, гордилась даже, что я такая вот. А в чем здесь повод для гордости? Ведь это удовольствие. Это нормальная, естественная потребность. В чем здесь гордиться? Ну, то есть, хорошо. Вы не хотите. Окей. У вас низкая потребность в этом, да? Допустим. Но гордиться чем? Что вы получаете меньше удовольствия, чем другие люди? Чем гордиться здесь? Пока не начала встречаться с молодым человеком, с которым на сегодняшний день мы уже год вместе и настроены серьезно. Значит, что значит? Настроены серьезно. Это как? Честно говоря, больше выглядит как некое давление. Серьезная настроенность. Мне кажется, что легкость в отношениях, способствующая открытости, искренности в том числе, естественности в том числе, создается как раз из-за несерьезности отношений к себе, ну и в какой-то степени отношений к партнеру тоже. Прошу меня здесь правильно понять, я не имею в виду, что к партнеру нужно относиться пренебрежительно, или не считаться с его мнением, ну, вот. Я думаю, вы понимаете. Так, я его люблю и хочу. Ну, это не очень вяжется с тем, что вы пишете по поводу вот своего восприятия интима, да? Значит, мне нравится прелюдии, я не бревно, у меня прекрасные отношения с моим телом, а как это проявляется? Опять же, что вы имеете в виду? Прекрасные отношения с телом, это как? Вы его чувствуете хорошо? Хорошо. Ну, если вы чувствуете хорошо, то свое тело, то я вот не думаю, что у вас были бы такие проблемы. И я себя круто ощущаю как девушка. Хорошо. Только опять же, что вы имеете в виду, не совсем понятно. Интим – это моя больная тема, из-за которой мы расставались даже один раз, я его не воспринимаю, я не получаю удовольствия. Это очень похоже на зажимы. Вот, на зажимы, вот, ну, психологи описывают подобные вещи, именно как вот места напряжения, да, вот, где, которые, ну, вот, как-то мешают, да. Значит, человеку получать удовольствие. То есть это, ну, именно что зажимы. Вот. И я думаю, что есть много способов эти зажимы исследовать и убрать. Вот, в частности. Это телесно ориентированное,
психотерапия. Вот. Она позволяет это сделать. Но если еще есть психологические основания для этого, то тут, конечно, психотерапия. Вот. Но не только с вами, наверное, но и с молодым человеком. Человеком тоже. Да, мне приятно в процессе спустя 5 минут, когда я переживу стресс от, собственно, акта. А почему это стресс? Почему это стресс? Вам этого не хочется? Как вы к этому относитесь? Как к насилию? Как к чему? Тут вот хочется обратить внимание, да? Что вы в этом, если вы от этого испытываете стресс. Что в этом страшного? А лично я думаю, что это потеря контроля. Лично я думаю, что вы боитесь потерять контроль. И я думаю, что вы вот довольно большие силы свои тратите на то, чтобы его удержать контроль. Вот. Ну, если я прав, контроль для вас это не пустой звук, вот, то связь ваша с телом не такая уж и хорошая. Вот. Я не сексолог, вот, но я думаю, что если инициатива в интиме лежит у мужчины, вы можете попробовать ее перехватить, попробовать вот инициативу взять в свои руки и сделать все так, как вам хочется. Может быть, тогда стресса будет меньше. Вот. Но в целом это, конечно, контроль, и работать нужно именно с, так сказать, снижением контроля, да, и больше вот ориентации на свои чувства. Вот, в принципе, эта история про то, да, не что надо, да. Не хорошо и плохо, а как хочется. Вот. И на практике, в том числе, вот, на психотерапии, да, это, я надеюсь, ну, можно вам будет показать. При условии, что я прав. При условии, что я не ошибаюсь. Здесь, потому что если я ошибаюсь и проблематика в другом, это уже детали другие. Дальше, потом мне больно, меня опять давит, и для меня это психологический стресс, я не знаю, что с этим делать. А в чем стресс-то? Ну хорошо, вам больно, ладно. То, что вам больно, может быть связано там и с напряжением вашим, и с физиологическими особенностями это может быть связано. Может быть вы там не совсем совместимы со своим партнером, да, вот, ну, физиологически. Такое бывает. Вот. То есть тут нужно, конечно, побольше информации, вот, наверное. Сейчас этой информации, на мой взгляд, несколько недостаточно, вот, но как бы Вам больно, вас давит, это понятно, да, вот, ну, а стресс-то от чего? Это же не связано, вот, то есть, ну, напрямую, по крайней мере, вот. Поэтому это вот нужно, конечно, ну, разобрать, да. И поисследовать, как минимум. Дальше, я занимаюсь интимом, потому что его люблю, а не потому что прям хочу акта полового, не очень понятно, а в чем разница?
ну вот вы описываете, да? В чем разница? Опять же, я люблю прелюдии, объятия, поцелуи, просто быть рядом, физически спать вместе, касаться, но именно этим, это мой барьер. Ну, нужно смотреть, что этот барьер из себя представляет, да? Так, а без него норм. Я думаю, что это психологическая защита. Вот. Я думаю, что у вас меняется ощущение себя, когда, ну, вот, вы находитесь в, ну, в интимных отношениях. Вот. Я думаю, что меняется то, как, вы к себе относитесь. Вот, я думаю, что меняется ваше восприятие себя, вот, отношение к себе и так далее, и так далее. Вот. Я также думаю, что, ну, косвенно, не косвенно, это может быть связано с вашей самооценкой, да? Вот, ну, именно что косвенно, то есть не напрямую здесь, вот, а именно вот она у вас может меняться. Значит, когда это происходит. А пробовали ли вы, вот, например, подумать о том, да, как ваш партнер воспринимает половой акт, и что это значит для вас, да, то есть, вот, пробовали ли вы, например, подумать о том, что мужчина, когда это делает, он вас хочет, вот, вы для него привлекательны, и так далее. Как вы к этому относитесь? Дальше. Я не кайфую, так. Я вроде не фригидный, нет, ну, я не думаю, что вообще бывают фригидные девушки, вот, женщины, поэтому. К тому же у меня до этого молодого человека был другой, с которым было то же самое, да, были приятные мгновения, но в конце концов я тоже особо ничего не испытывал. Может, я слишком много требований, ну, дело не в требованиях, а в том, что вот вы расслабиться не можете, да, и опять же, это потому, что вы не доверяете себе. А видите ли, интимная история это всегда про безопасность, а безопасность, в свою очередь, это про личные границы. Вот. Поэтому вот, ну, у вас вполне может быть такая история, да, что вот, проблематика личных границ может быть вполне. То есть, ну, условно там, где я, да, вот, где ты и так далее. И, ну, доверие, вопрос доверия, то есть вы пытаетесь доверять человеку, а надо как бы выстраивать доверие с собой, самой собой. Дальше, так, то, что я испытываю нормы, но как будто бы нет. Вы сами понимаете, что это не норма. Тогда. Вот. А как это вот работает? То есть, что вы говорите, что это норма, и как будто бы нет. То есть вот проявляется недоверие себе как раз. Дальше.
Мне с детства родители говорили, как ужасен интим, что меня бросят, что все мужики такие, девушка минутное удовольствие, а проблем на всю жизнь. Девушку в интиме используют мужчины, чтобы самим кайфануть. Ну, интересно, а почему они так много об этом говорили? Почему их это прям волнует и беспокоит? Вам бы тут сказал, мой коллега, что коллега, что жертвенно такое у вас поведение, позиция жертвы, да? То есть от девушки вообще ничего не зависит. Все мужчина как бы. Ну вот. Вы чувствуете, может быть, себя во власти мужчины, не чувствуете свою силу, не чувствуете, что от вас все зависит. Вот, и вот как бы. В этом смысле моя рекомендация, которую я дал немножко ранее, может иметь значение, может иметь более важное значение. Вот. Но в целом, конечно, вам нужно эти установки корректировать. Вот. Во-первых, нужно работать с родительскими фигурами. И необходимо увидеть то, что на самом деле хотели сказать родители. Это первое. А второе, это заметить свои чувства в ответ на это. На самом деле, с учетом вашего возраста, мне кажется, не так уж много времени прошло, и их подобные вещи у вас могут быть, в принципе, все еще свежи, ну, свежи. В памяти эти эпизоды могут быть свежие в памяти. Вот, поэтому их проработать и заметить ваши какие-то реакции на это, да, вот. Очень важно, и это вот поможет восстановить баланс. Вот. Это воспитание, чтобы не было сомнительных или безразборочных интимных контактов с последствиями. Нет, это не про это попытка привязать вас к себе. Знаете, это не воспитание. Это не половое воспитание. Половое воспитание это держит в себе информацию об этом в первую очередь. Знаете? Так, чтобы не было незапланированной беременности и так далее. Нет. Это все вот это не приводит к тем вещам, о которых вы говорите. Наоборот, человека подавляют, он мало что знает, не умеет со своей потребностью обращаться, она у него взрывается, что-то происходит, и случается именно то, чего изначально не хотели. Поэтому это прямой вред вам. А не воспитание. Так, то, что происходит, связано с этим. Да, связано. Я чувствую проблемы во мне, а не в партнере. Ну, опять же, неизвестно, каких партнеров вы выбираете. Может быть, и партнера. Я не хочу больше нервировать его разговорами о том, что мне страшно, неприятно, не круг. А что будет, если вы будете это делать? Он вас бросит? Но в таком случае это означает, что ваши отношения строятся только на сексе. Понимаете? То есть вы выбираете такого человека, который сексу придает большее значение, чтобы подтвердить свою гипотезу о том, что мужчина вас использовал и бросил. Это не очень хорошая идея. Дальше. Я понимаю, что он чувствует в эти моменты. Нет, вы не понимаете и не знаете, что он чувствует, потому что вы не он. Это проблема личных границ. Даже если понимают, что у меня какая-то проблема, травма, психологическая или сексуальная. А у вас была сексуальная травма? Это немножко меняет просто дело. Я очень его ценю, люблю и наоборот хочу работать над собой. Ну что ж, на психотерапию. Выбирайте себе психолога, начинайте работать. Вот, все моя проблема. Я сказал, я описал вот, возможные варианты. Вот. Кому обратиться, чтобы проработать? В какой стране искать выход?
никакого выхода нет. В привычном понимании этого слова. Вы не больны. С вами все в порядке. Просто те потребности и те части вашей личности, которые должны быть на своем месте, они находятся не на своем месте. Они находятся на других местах, и они выполняют не те функции, которые нужны. Это нужно скорректировать. И все. Но это займет время, конечно. Это занимает время. Вот. А кому обратиться? Тут по-разному. Если вам больно, можно и к врачу. А можно к сексологу. Как вам одной, так и с партнером. По именно вот психологическому аспекту, психологу. Да, наверное, идеальный вариант был бы, если бы и психолог, и сексолог в одном лице. Вот. Найдете такого, прекрасно, замечательно. Всего самого доброго вам, удачи, обращайтесь.